Battle Beetle Sports Projects. Всем привет, с вами Battle Beetle. Спонсор сегодняшнего показа – магазин товаров для единоборств «Атака». Сегодня разберем базовые способы контроля у сетки и базовые тейкдауны от сетки. Начнем с правильного контроля. Прежде всего, у вас должен быть андерхук здесь, да? То есть вы должны пробить одну руку. Ваша рука располагается либо на его плече, да? Вы должны вверх его чуть-чуть туда поднимать, либо на заборе. Да? Главное не цепляться, потому что это запрещено правилами. Все. Дальше. Это рука. Да? Изначально вы находитесь в плотной позиции. Вам нужно ослабить чуть-чуть этот захват, потому что если я буду здесь сразу же нырять в ноги, он меня будет поднимать снова руками, да? Ныряю, поднимаю, да, вверх. Вот. Поэтому мне нужно ослабить захват. Для этого я беру его за бицепс, чуть-чуть ослабляю захват, да? Мне не нужно прямо сильно его сюда прямо отодвинуть бицепс. Нет, это будет сложно сделать. Вот, чуть-чуть ослабил захват, все, для этого мне достаточно. Дальше, да? Позиция головы тоже очень важно, да, важнейший фактор. Подседаю и головой своей его контролирую. Не даю ему сделать противоположное действие, потому что если он подсядет и начнет меня контролировать, да, вот что происходит, он меня разворачивает. Здесь я должен его контролировать, прижимать плечом, прижимать головой. Сейчас разберем проход в две ноги, фиксирую его. Моя нога стоит не снаружи, ее нужно вовнутрь и чуть-чуть отодвинуть его ногу, тоже контролировать внутреннюю сторону бедра. Все. После этого, как только я отжал бицепс, сделал плотный контроль, я ныряю в ноги. Оп. Здесь фиксирую, соединяю ладони, подшагиваю, поднимаю его, разворачиваю. Бросок. Да, прошли. Да. Зафиксировано положение. Еще один вариант прохода в две ноги. Да, это когда вы не смогли соединить руки. Да? Вот здесь не получается. Он сделал широко ноги, пошире. Да? Что я делаю? Я сохраняю полностью давление равномерное. Да? Максимально прямо его внутренность ему все сжимаю и прижимаю его к клетке. То есть вверх, с прямой спиной вверх. И вперед, вот. Я его как бы пригвоздил, да? Вот. Я почти руками здесь не работаю, то есть он у меня прижат к сетке, как приколочен. Все, теперь я делаю движение на себя, несколько шагов. Все, дальше отсюда. Прошел. Зафиксировал положение. Если я делаю этот вариант, мне не обязательно отходить прям далеко от сетки. Нормально будет. Если он останется, его часть корпуса на заборе. Вот здесь отсюда ползаем. Дальше. Проход в одну ногу. Я нахожусь сбоку. Моя нога снаружи. Контролирую его голову. Контролирую андерхук. Забрал. Здесь мне нужно либо бицепс забрать, либо запястье. Контроль. Все, после этого ныряю вниз, да, как только я ныряю, да, я как будто бы делаю вид, что я две ноги забираю, он делает ноги широко, разворачивается, да, здесь я забираю ногу его, все, подбираю к себе, голова работает, да, ноги вместе, все, теперь делаю шаг и протаскиваю ногу за собой одновременно, головой работаю в его грудь, жму, да, постоянно. Раз. Еще один тейкдаун, это проход в одну ногу, когда я выдергиваю его вверх на второй этаж. Также начинаем как с проходом в две ноги, только нога у меня это снаружи находится. Все, прижал к сетке его, здесь завоевал пространство, ослабил его захват и пошел вниз, да, с шагом. Шагнул, оп. Руки соединил,
прижал его и вытаскиваю, да, наверх. Да. Вот сюда. Я прижимаю его здесь к сетке, да, важный момент. За бедро держу, прижимаю к сетке. Головой я работаю назад, а ноги выдергиваю вверх и вперед. Да, вот сюда. Разберем варианты комбинирования этих тейкдаунов теперь. Допустим, я пошел в две ноги. Да? Пошел в две ноги, у меня не получается оторвать его отсюда, он плотно на ногах стоит. Что я делаю дальше? Перемещаю свою ногу наружу здесь и, оставляя голову в прежнем положении, фиксирую руки вместе, беря его одну ногу. И дальше провожу уже проход в одну ногу с подниманием под него, с прямой спиной, да, назад работаю. И еще одну комбинацию разберем. Допустим, я прошел в одну ногу, забрал, но не получается у меня провести бросок, да, с проходом в одну ногу. Что я делаю? Я перемещаюсь назад, чуть-чуть отхожу от клетки и всем весом его обратно в клетку толкаю, да? То есть мне не нужно отходить далеко, чуть-чуть отошел. И сейчас мощное движение назад, толкаю его, и за счет того, что он пружинит от клетки, он опять на меня пойдет. Да, я возьму две ноги сейчас. Оп. Понимаете, да, что я делаю? Раз, поднял. Еще раз. Оп. Беру одну ногу, бросок не пошел, назад, оп, пружиню его. Раз, оп. Это был Battle Beetle с уроком, посвященным контролю и базовым тейкдаунам от сетки. Всем спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал, на нашу группу ВКонтакте. До новых встреч!